бы хотел сказать про саму книгу. Эта сама книга представляет собой систему. Они, эти 10 каббалистов, создали своим состоянием, своим слиянием между собой, они замкнули мир бесконечности с нашим миром таким образом, что когда мы начинаем читать книгу, мы на самом деле начинаем как бы нажимать на кнопки. Мы на самом деле начинаем запускать эту систему. То есть мы не просто читаем, что напечатано на бумаге. Нет. Она устроена таким образом, что вот отпечатанное на бумаге влияет непосредственно на наши души, то есть на скрытую от нас внутреннюю часть. Ощущаем нашу, или нет? Пока мы не ощущаем. Угу. Начиная читать, человек ничего не ощущает. Угу. Но он начинает запускать эту систему на себя. Он начинает интегрировать с ней. Он начинает вызывать на себя влияние высшей силы, которая начинает проявлять в нем вот ту внутреннюю часть, душу, которая в нем есть, и которая начинает выходить наружу. И тогда начинается контакт между человеческой душой и высшим этим светом, и человек начинает ощущать в этом высший мир, высшее состояние, и это и является его выходом в вечное совершенное измерение. То, чего, в принципе, должны мы достичь, находясь в этом мире, в этой жизни. Достичь подъема на следующий уровень. Ну, это мощно. Да, мощно. Круто. Круто.